представляем вам Ниву СК5. Кто еще помнит их? А он работает. Дождик пошел, человек пригнал, поставил у нас. Вот решили снять для вас. Для тех, кто еще помнит, кто работал на них, мы тоже работали на таком. Продали еще. 6 лет работали? Да, 6 лет было. Сейчас стало все... Кто красная была, старинная. Дикость стала. Даже такой панели не было. Честно говоря, я даже не знаю. Ну, это газулька. Это по-любому скорость. Да. Это получается молотилку включаешь. Вот так. Раз. Молотилка включена. Это получается бункер. Насколько я помню. Это жатка. Это барабан. Да. Или давление масла. Всегда стоит должно сбоку. А ты сверху крышку открыл? В бункере. Это мотор. Да я понял. Зато современная стоит мигалка. Вот такой вот он.